Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Двойной черный список. Губернатор Рязанской области Павел Малков попал под санкции Евросоюза. Поэты фронту патриотическая патетика рязанских лириков. Под звуки канонады в Рязань с гастролями прибыл Донецкий академический театр кукол. Губернатор Рязанской области Павел Малков попал в новый 13-й пакет санкций Евросоюза в отношении России. Кроме Малкова, в черных списках 106 физических и 88 юридических лиц. Сам же губернатор этому событию скорее обрадовался, чем огорчился. Ровно год назад губернатор Рязанской области благодарил Госдеп США за включение в санкционные списки. Теперь настала очередь вечно поддакивающих сателлитов из Евросоюза. Компания, к слову, у Павла Малкова очень даже представительная. Тульский губернатор Алексей Дюмин и белгородец Вячеслав Гладков. Больше сотни физических лиц и 88 юридических. Год назад в немилость так называемых западных партнеров Малков попал, как принято считать, вот за этот спич. Мы гордимся каждым бойцом из Рязанской области, и наш долг, наша обязанность – это оказывать всю возможную, всю необходимую помощь военным и их семьям. У нас была оперативно разработана комплексная система мер поддержки, выплаты, налоговые, социальные льготы. За каждой семьей закреплен куратор. И вот тоже благодарю депутатов за участие и за активную поддержку соответствующих законов. На этот раз, как считают некоторые издания, Павел Малков провинился перед Евросоюзом за какую-то мифическую перевозку украинских детей в Россию, их опеку или усыновление российскими семьями, а также зачислением в российские патриотические образовательные учреждения. Ну и, разумеется, за поддержку Владимира Путина. В общем, все та же оголтелая, бездоказательная риторика, очень близкая к истерии. Ну да ладно, мы к этому уже привыкли. Тем временем восстановление Каховки в Херсонской области идет полным ходом. Не бросаем своих и в новых регионах. Помогаем подшефной Херсонской области, восстанавливаем дома, социальные объекты. Планы расписаны сейчас на 2 года вперед. И вот во время поездки по новым субъектам встречался в том числе с нашими специалистами. Хочу сказать, что отлично работает, качественно, с душой, неравнодушно. Это с благодарностью отмечают и жители населенных пунктов, где мы работаем, и коллеги из местной власти. Всем лицам, внесенным в перечень, запрещен въезд в страны Евросоюза. Их активы в европейских банках подлежат заморозке. Так надменно сегодня заявляют еврочиновники. Не очень-то и хотелось, вполне резонно может заметить Павел Малков. Зарубежных счетов или недвижимости там, судя по декларации 2021 года, у него нет. Беспокоиться за караван не нужно, а собаки? Собаки пусть лают дальше. Поэты Союза писателей России за 2 года проведения СВО выпустили уже десятки сборников, которые собрали лучшие произведения о наших бойцах. Среди них есть и рязанские художники слова. Сегодня в библиотеке имени Горького звучали стихи и песни на патриотическую тематику. Пусть идет по планете без печали утрат самый добрый на свете наш российский солдат. Он теперь, как и прежде, страж любви и добра. Поднять дух, внушить мужество и приблизить победу. В непростые времена, когда народ объединялся для борьбы с врагом и защиты своей страны, поэты слагали песни и стихи, которые прославляли бойцов. Сейчас такое же время. За 2 года СВО рязанские художники слова выпустили 6 коллективных сборников. Сегодня в библиотеке имени Горького звучали авторские патриотические произведения о наших на ленточке. Патриотическую тему пишут у нас практически все в нашем союзе. Но мы все практически родом из Советского Союза. Нас всех воспитывали в любви к стране, к родине. Наши предки сражались во время Великой Отечественной войны. Мы все потеряли кто-то дедушку, кто кого. Поэтому, в общем-то, нам эта тема очень близка. Всегда была, и нас всегда воспитывали, что мы идем на смену нашим отцам, нашим дедам, и сейчас, к сожалению, сражаются наши дети больше, а это еще больнее. «За нами Россия, поэты фронту» – это акция, которую уже провели во многих городах.
городах нашей страны. Творческие встречи приурочили ко Дню защитника Отечества. Очень много сейчас работают и акции, и очень много делают для того, чтобы поддержать и нашего президента, и нашу страну в такое тяжелое время. Очень много появилось книг, которые отправляются сразу на фронт, и наши солдаты, офицеры читают в окопах стихи. 15 членов Союза писателей России сейчас находятся в действующих войсках, исполняют свой воинский долг. 2 секретаря Союза писателей России тоже в бою. Они сменили перо на штык и доказывают в деле, что русский писатель, русский поэт, он всегда был и остается воином духа. Любовь к родине и вера в победу – стихи рязанских поэтов о вечных истинах, которые и сегодня объединяют русский народ в борьбе с фашистским захватчиком. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В рязанском праздничном зале храма Сретения Господня прошел молодежный сретенский бал. Организаторами выступили настоятели церкви, действующие при храме школы семьи «Родная душа» и молодежное общество «Наследник». Церемонимейстер задает тон, танцевальная пара показывает движение, ребята же кружатся в танце. На Сретенском балу нет репетиции генеральных прогонов. Практически сразу со входа юноши и девушки разбиваются на пары. Самое главное, что в наших балах, это то, что когда к нам приходят школьники или студенты, то мы заранее не готовим, не репетируем эти балы, а когда они приходят, их сразу же ставят, например, в полонез с парами, показывают движение, и они начинают танцевать. Сретенский бал в Рязани уже традиция. В нем участвуют юноши и девушки из разных учебных заведений, православных школ и приходов. Сам же бал не просто развлекательное мероприятие. Это и знакомство с танцевальной культурой, и самая главная площадка для живого и непринужденного общения. Цель, то, что мы проводим балы, это познакомить нашу молодежь с историей. С теми танцами, которые танцевали когда-то, приучить к этикету, как себя вести, как обращаться к дамам, кавалерам. Это все-таки целая история была. Многие пары впервые танцевали полонез, в парах кружились вальс и подеграсси. Цель Сретенского бала – знакомство с танцевальной культурой. Программа включает в себя бальные танцы, старинные игры, конкурсы. Организаторы Сретенского бала решили собрать на праздник молодежь Рязани, чтобы у девушек и юношей была возможность поучаствовать в событии, которое может порадовать каждого ценителя хорошей музыки и осознанного времяпрепровождения. В Рязанской области от половодья могут пострадать 28 населенных пунктов, об этом заявили в региональном МЧС. Как отметили в ведомстве, прогноз на приход большой воды будет готов к 10 марта. А за несколько дней до этого Росгидромет представит официальные данные по уровням воды в реках. Тем не менее, анализ многолетних наблюдений говорит вот о чем. При максимальном подъеме воды в реках могут пострадать 22 моста, 3 автомобильных и 19 низководных в 12 муниципальных образованиях. Большая вода может помешать и автомобилистам. При плохом развитии сценария будут подтоплены 19 участков автомобильных дорог. В регионе уже готовы предпринять все необходимые меры. Так, на реках будут чернить лед. В регионе готовы развернуть больше 50 пунктов размещения на случай эвакуации людей. Для связи с отрезанными водой населенными пунктами при необходимости готовы использовать плавающие транспортеры. Патриотический концерт. Так определили жанр своего проекта сами представители Донецкого республиканского академического театра «Кукол», который прибыл в Рязань с гастролями. Сегодня они пригласили рязанских зрителей на воплощенную в творчество рефлексию о жизни под звуки канонады. Погрузилась в атмосферу и наша съемочная группа. Мы хороним тех, кто хотел жить и созидать на благо своих сограждан. Кто собирался связать свою дальнейшую судьбу с нашей республикой. Врачи, учителя, пожарные, работники МЧС, работники коммунальных служб. Тысячи моих земляков, которыми я горжусь, благодаря которым я все еще здесь.
Этот концерт – попытка осмыслить происходящее событие настоящего времени. Исполнители, создатели спектакля живут в реальности, которую в новостях называют «ведутся боевые действия». Что стоит за этими словами? Удивительное время для нас, для всех. Иногда задумываешься, почему я? Почему именно я сегодня и сейчас живу? И почему именно мне достались такие вот именно это время, когда в полном объеме ты не можешь жить, когда ты не можешь делать то, что ты привычно делал. Но я хочу вам сказать, что ответ совершенно простой. Ведь кроме нас никто не справился бы, наверное. Ведь именно мы те люди, которые можем, которые готовы справиться со всеми сложностями, которые стоят на нашем жизненном пути. Разговор со зрителем о чувствах, переживаниях людей, осмысление долгой вереницы дней, в которых любовь, творчество, рождение новых жизней, улыбки и объятия, встречи и праздники проходят под звуки канонады. Это уже история, которая вросла просто-напросто в жителей Донбасса. И она очень важна, что вот через то, что ребята нам представляют со сцены, для меня очень важно, чтобы мы находили отзвук именно в своих сердцах. Вот каждый зритель, где бы спектакль ни игрался, чтобы был этот отзвук, чтобы это было единое биение сердец. И мне кажется, что у донечан, у Донецкого театра кукол это получилось сегодня. Я родился и вырос там, где почти половину года зима, почти полгода снег. Масса моих жизненных воспоминаний: детство, каникулы у бабушки, новогодние праздники, бережно укрытые белоснежным покрывалом. А миллионы людей в мире никогда не видели снега. На их ладонях не таяли снежинки, они не катались в веселой компании друзей с горки, не ощущали этот волшебный хруст под подошвой. В программу концерта входят чтецкие, пластические, вокальные, вокально-инструментальные и, конечно же, кукольные номера. 13 прозаических монологов, в каждом из которых проблема рассматривается под новым углом, отражая личное отношение артиста к теме. Сложность есть с теми вещами, с которыми мы сталкиваемся в первый раз. К примеру, вот пластические номера, физический театр. Мы совсем недавно начали в этом жанре работать. И пока что у нас еще получается не так хорошо, как хотелось бы. А вокальные вот эти все моменты мы уже относительно давно. У нас в театре появились педагоги по вокалу. Мы уже усиленно этим занимаемся. Тут уже мы более уверенно себя чувствуем. А вот такие вещи, как пластический театр, это пока что нам еще чуть-чуть чуждо. Но мы двигаемся в разных направлениях. Хотим, чтобы театр был максимально разнообразным, разножанровым. Поэтому вот не боимся чего-то нового. Последние годы само существование, как и развитие Донецкого театра, определено именно гастролями, потому что работать у себя фактически невозможно. Под звуки канонады впервые увидели зрители в Москве на сцене театра Образцова. В Рязани третий и четвертый показ премьеры. Следующим городом, который увидит концерт, станет Липецк. А на май запланированы новые большие гастроли, уже на условиях членства Союза театральных деятелей России. Донецкий театр буквально на днях стал 78-м в списке СТД. В марте в Сочи пройдет Всемирный фестиваль молодежи. Там соберутся 20 тысяч молодых людей. Это лидеры в сферах науки, бизнеса, экономики, образования и спорта. Будет и рязанская делегация. 35 человек на место. Такой конкурсный отбор был в рязанской делегации. И все, чтобы попасть на Всемирный фестиваль молодежи. Свои заявки подали 3000 рязанцев. Отбор в регионе был жестокий. Комиссия изучила все заявки, выбрала самых активных ребят. И 28 февраля в Сочи отправится 90 рязанцев. Естественно, все будут в определенной одежде с рязанской символикой. Скоро все вместе увидим на фотокарточках и на видео все это. Ну, в общем, будет очень красиво. И еще у рязанской делегации очень ответственная миссия там, потому что мы ведем культурное шество, чем мы также будем отличаться, но не в плане одежды. Мы ведем культурное шество за иностранными делегациями. За иностранной делегацией Греции и Мозамбика.
Всемирный фестиваль молодежи – это крупнейшая площадка страны, где соберут 20 тысяч молодых людей. 10 тысяч из них – россияне, другая половина – участники из 180 стран мира. В этом году у фестиваля даже есть свой маскот – чебурашка в шарфе. Рязанцы же привезут с собой еще две знаковых эмблемы – медведя и капибару. Что касается медведя, это небольшие глиняные статуэточки, которые… Ребята, у нас в делегации есть 4 человека несовершеннолетних. Они едут по отдельной квоте, а движение первых. И вот они сами сделали на кировской керамике таких маленьких медвежат и тоже берут их с собой. Ну а капибара – это такая наша комитетовская игрушка. Рязанская делегация между собой договорилась вот о чем – провести свой собственный фестиваль после Всемирного. Пройдет он в регионе с 13 по 15 марта. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.